Ты ведь не за рулем? Ну, я рулю, но олени и без меня справляются. Я Санта уже 5-й год. А ты? Да я всю эту хрень и придумал. Рождество! Один подарок мы решили вручить тебе пораньше. Что это? Это прямая связь с самим Санта-Клаусом. Я могу поговорить с Сантой? Ну что, гуляки, это будет ваше худшее Рождество. Вперед! У вас в сейфе лежит 3 миллиона долларов. Вот, что я хочу на Рождество. Ой! Ой! Мне не нужны неприятности, ладно? Я просто запрыгну в трубу. От продюсера никто и быстрее пули. Кто это такой? Он не похож на Сант в торговых центрах. Санта, ты здесь? Сказал, ты сегодня очень занят. Меня зовут Труди Лайтстон. Ты ведь поможешь нам, Санта? Да, Труди. Санта? Ты в списке хороших. Санта к вам приходит. В этом году. Время рождественских избиений. Кто ты, блин, такой? Босс, а вдруг он и правда? Да нет, никакого Санты! Это гадкие ребята! И они у меня в списке плохих. Плохая! Очень плохой! А что ты приносишь плохим детям? Горстку угля. Что это? Хочу посмотреть. Бомба! Я верю в тебя, Санта. Дэвид Харбор в роли Санты. Жестокая ночка. Да ладно. Кто это сделал? Скакун. Как непрофессионально. Скоро в кинотеатр.